Привет, друзья! Снова я с вами. И начинаем. Так, задание я от шефа уже получил, в принципе. Вот все, что красненьким, это все мое. Но здесь такого ничего особенного нету. Так, апфель-кварк. Ну, это типа нашей запеканки. Ничего сложного. Для меня, по крайней мере. Вчера шеф посмотрел рецепт, говорит, что за фигня, никогда не делали. Я говорю, да, я говорю, сделаю, не переживай. Так, хаше из говядины. Так, овощной суп с лапшой, паста дизастра и ванильный соус. Сковорода разогрелась, я сразу обжарю фарш для хашей. Фарш у меня уже приходит готовый. Хорошо его распределить, ну и поехали дальше. Для запеканки я уже, в принципе, все взвесил. Творог, сметану, сахар, немного соли, немного ванили. Но в рецептуре стоит цинк, поэтому я не буду отходить от рецептуры, оставлю так, как она есть. Вернее, ингредиенты, не рецептура, рецептура моя. Да, кстати, у меня на канале, я выставлю буквально на днях запеканку, вы можете посмотреть. Делается очень просто. Так, яйца. И спускаюсь вниз, чтобы мне было удобно взбивать. Для этого у меня есть мой верный помощник. Скорость вращения я могу сам на ручке здесь регулировать. Так, ну и ввожу манку. Все, масса готова. Так, в массу я добавил еще немного яблок. Они по рецептуре идут. Поэтому я их закидал сюда. Это вчера мне Юсуф уже все нарезал. Теперь нужно подготовить формы. И делаю это следующим образом. Спреем вот этот жир, который я распределяю, наношу на поверхность и укладываю бумагу. Бумагу я разрезал с четырех сторон, чтобы она удобно села. А жир нужен для того, чтобы она просто держала форму и была как бы приклеенная. Вот и все. Так, ну и теперь нужно распределить массу на четыре равные части. Готово. Массу я уже заранее взвесил, не думайте, что я тут на глаз делаю. Нет, я все взвесил на весах. Вот, кстати, вот эти весы, которыми я пользуюсь, они взвешивают до 15 килограмм. Это для таких маленьких весов очень много. Но я ими доволен как слон, вот честно говоря. Они отлично, четко работают до грамма, приятно работать. Так, массу распределяем равномерно. Jetzt kommt noch ein bisschen Butter drauf. Mm-hmm. Also flach, flach gelegt und dann, mm-hmm. da, wenn die das aufgebacken werden, dass die keine Haut sich bildet. Kühlen wir ab. Aber muss man erstmal ein paar Stunden das erstmal quälen in den, also den Grieß. Grieß soll ein bisschen quälen. Dann haben wir das hinter uns. Так, ну теперь я нарежу немного масла, тоненько. Нанесу немного масла. Масло нужно для того, чтобы оно в конвектомате растаяло. За счет того, что у меня там постоянно воздух, распределится прекрасно по поверхности. И это предотвратит образование корочки сухой. Вот и все, только для этих целей. Так, ну для начала я отправлю всю эту красоту в холодильник, хотя бы на 2 часа, чтобы у меня просто манка немного набухла. Но чтобы все мне это не таскать на горбу, для этого у меня есть тележки. Так, ну я потихонечку начну сейчас все разогревать, то, что приготовил вчера. Ну и здесь у меня картофельная запеканка с брокколи под сыром. Ничего такого особенного. Единственное, на что мне нужно обращать всегда внимание, это на вот эти вот циферки. Это номер клиента, куда уйдет, чтобы я ничего не перепутал. Сортирую их так, чтобы даже если у меня эмблемка оторвется в конвектомате, то я могу вычислить по расположению противней. То есть я их делаю клиент за клиентом сверху вниз. И у меня записано, сколько чего кому, сколько противней. Поэтому ошибка исключена. Ну давайте пока я приготовлю ванильный соус. Так, ну готовится он очень просто. Кстати, у меня есть на канале, ссылку я оставлю.
сахар, немного ванили, чуть-чуть молока. Остатки молока я отправляю в кастрюлю и отправляю на плиту, чтобы она у меня вскипятилась. Отмеряю яичный желток. В данном случае мне нужно всего 90 грамм. Кукурузный крахмал. И все тщательно перемешиваю. Накрою крышкой, чтобы не заветрилось. И жду, пока вскипит молоко. Параллельно разогреваю гуляш. Гуляш желательно, конечно, вскипятить, поэтому я его не грею в конвектомате. Мне нужно, чтобы соус полностью прокипел. Ну вот, молоко у меня закипело. Переливаю его обратно в мерный стакан. Не переживайте, со стаканом ничего не случится. Он выдерживает спокойную температуру выше 100 градусов. И начинаю тоненькой струечкой вводить в мою яичную массу. Так сказать, тренировать желтки, чтобы они у меня не сварились. И отправляем массу обратно в кастрюлю и на плиту. Даю соусу покипеть, чтобы проварился крахмал. Да, при этом нахожусь возле плиты, чтобы у меня соус не пригорел. Лучше его помешивать. Сейчас закипит он у меня буквально быстро, потому что плита хорошо греет. Добавлю еще немного ванили. Делаю еще одну пробу. Все, на данном этапе меня все устраивает. Ваниль чувствуется очень хорошо. Плиту выключаю. Прогоняю соус через сито. На случай, если, мало ли, образовались какие-то комочки. Он вроде бы кажется сначала жидковатым, но когда он остынет, он будет в очень хорошей консистенции. Готовый соус переливаем в гастроемкость. Накрываю пищевой пленкой, плотную. Пленка будет служить для того, чтобы не образовалась корочка, чтобы соус не заветрился. Ну и я ускорю процедуру, отправлю соус в шоковую заморозку, то есть слегка его охладить. У меня здесь кран для мытья рук не организован, поэтому я мою руки именно так и довольно часто, и постоянно. А случилась одна история. Пришел один повар, который здесь никогда не работал, но он просто видит, что я постоянно кран открываю, руки мою, и он решил тоже. Но о чем он не подумал, что у меня, как правило, во втором кесселе, он на 100 литров, если я вижу, что мне много готовить не нужно, и он у меня остается свободным, то я в нем кипячу себе воды для маленьких целей. И она у меня кипяток. Но он подходит, открывает и чуть себе все руки не сжег. Поэтому большая кухня, нужно быть всегда очень-очень осторожным и внимательным. Лучше 100 раз спросить, чем один раз сделать и из-за этого пострадать. Вот. Мне нужно вам обязательно показать. Надеюсь, камера это покажет. Это француз для меня вчера. Яблоки почистил и написал. Яблоки при помощи Гугля. Но я ему исправил немного и на русскую. Но здесь мне нужно сварить немного темного соуса. Он уже у меня, в принципе, готов. Мне его теперь нужно загустить. Загущается, но это, знаете, это не крахмал. Это специально разработали для большой кухни такой порошок. Он не совсем удобный, но он неплохой. После него, на следующий день не образуется корка. То есть, когда соус остыл, сверху этой корочки как таковой нет. В чем его недостаток по сравнению с кукурузным крахмалом? В том, что он не загущает мгновенно, то есть его нужно какое-то время проварить, чтобы увидеть, насколько густая у тебя консистенция. Его, конечно, можно добавлять и по весу на определенное количество воды, но, как вы видите, у меня большая кухня, мне здесь некогда мерить стаканчиками то или сё, и делаю некоторые вещи на глаз. Я, конечно, могу воспользоваться крахмалом, он у меня есть, но я им могу всегда догустить. Еще немного. Нет, когда приспособишься, то нормально, работать можно. Ну и сварить мне нужно немного овощного супа с макарошками. Макарошки отвариваться будут отдельно. Все, пускай кипит. Это все растворится, потом я еще пробью все через сито. Здоровое питание, перловая крупа. Я перловую крупу не ем, я с перловой крупой хожу на рыбалку. Хорошо рыбу прикармливать. Все, das war schon. Da könnt ihr nach vorne, jawohl. Fertig. Так, ну запеканка уже настоялась, и я ее задвигаю. Как греет домашняя духовка и как греет профессиональная, конечно, две большие разницы. Поэтому, если бы я дома это делал, я бы начал бы на 160 градусов, а здесь я начну на 140. Для начала на полчаса.
Овощной суп готов, я его переливаю и остужаю. А макарошки уже непосредственно гость будет бросать на месте. То есть мы ему в вакуумированном пакете отдадим. Они очень тоненькие. Их действительно бросить достаточно в кипяченую воду, в горячую или в суп в данном случае. И они сами по себе уже будут готовы. Соус готов. Сейчас мне его нужно будет процедить. Так, ну и на него у меня уже есть просто планы. 7 литров мне нужно отмерить. То есть в дальнейшем я всю готовую свою продукцию отдаю уже своему напарнику, который уже все комиссионирует, то есть рассортировывает по клиентам, взвешивает. И должно быть все четко получиться у него. Если у него что-то не хватит, то это мои проблемы, мне нужно будет доготавливать. А такого я себе позволить не могу. Могу, но зачем, если все и так прекрасно получается. Ну вот это для нашего говяжьего хаши. Надо посмотреть, кстати, что это такое, я даже не знаю. Никогда не готовил. Не удивляйтесь, такое бывает довольно часто, что я чего-то не знаю. Просто эти рецепты составляет совершенно другая фирма. Это специальный концепт такой, шеф купил. Я не совсем, конечно, восхищаюсь этими рецептами, но если я что-то не знаю, то, в принципе, этим пользуюсь. Приду домой, посмотрю, что это такое. И в следующий раз сделаю уже на свой манер, но вкуснее. Вот это блюдо у меня будет потихонечку томиться, чтобы проварился фарш. Тут уже ничего делать не нужно, тут уже все специи внутри. Здесь лучок я пассерую. Для горохового супа добавляю сразу травушку-муравушку. Называется боненкраут. Надо посмотреть, как она называется по-русски. Я забыл совсем. Что-то наподобие чабер или чабер. Я гляну, напишу в титрах. Все, лук у меня готов. Я его снимаю. Так, ну и лук сразу отправляю к супу. Вообще, по-хорошему, было бы горох замочить, но этой информации у меня вчера не было, она у меня только сегодня. Поэтому это не моя ошибка. Ну, в принципе, буду варить чуть-чуть дольше, это без проблем. А если мне понадобится еще быстрее сварить горох, то я его просто тогда помещаю в гастроемкости, заливаю водой и пускаю его под пар. И как ни странно, он готовится в этом случае намного быстрее. Моя творожная запеканка готова, но из 4 готовы только 2 противня. А 2... Они выглядят вот так, они еще светлые. И поэтому я их отправляю обратно в духовку и буду допекать. Вот по истечении аж 8 минут, 2 последующих противня у меня приготовилось. Я отправляю их в шоковую заморозку. Хаше я переливаю также в гастроемкости и отправляю в шоковую заморозку. Перемешиваю гороховый суп и добавляю бальзамический уксус. Это немецкая традиция подкислять гороховые и чечевичные супы. Добавляю черного перца. Еще раз перемешиваю и добавляю немного загустителя. В таком большом количестве макароны я не солю. Я делаю это позже, когда они уже готовы. Иначе соли не напасешься. Пробую на вкус, меня все устраивает. И теперь, поставив одну гастроемкость с отверстиями на другую, извлекаю макароны из кеселя. При этом я интенсивно помешиваю венчиком. Закрываю кран и отправляю макароны обратно в кесель. При этом я уже включил холодную воду. Охлажденные макароны я солю. Добавляю немного растительного масла, чтобы они не слиплись. Добавляю немного муската. И все тщательно перемешиваю. Пробую на вкус. Меня все устраивает. Готовые макароны я распределяю по противням. По 4 килограмма в один противень. Делаю это для того, чтобы человек, который будет в дальнейшем все макароны комиссионировать, чтобы он знал, что в каждом по 4, так ему будет проще. Ну а остатки макарон просто смываю холодной водой и достаю их уже через кран. Воду стряхиваю и в противень. Следующим шагом я извлекаю гороховый суп. Переливаю его в гастроемкости. И также отправляю в шоковую заморозку. Творожная запеканка у меня охладилась, и я отправляю ее к кондитеру, заместителю шефа, который в данный момент находится в отпуске. Кондитер разрезает ее на 12 равных частей
Вот так она выглядит в разрезе. Ну а мой рабочий день на этом закончен. До следующего дня. Ребятишки, привет! Ну что, начался новый рабочий день, и сегодня покажу вам кое-что новенькое. Новенькое. Вчера поставщик продуктов не привез мне грибы, и поэтому мне нужно сегодня очень быстренько приготовить так называемый гешнецельтас. В этом случае она у меня будет с курятиной. Соус я сварил. Мне его сейчас достаточно хорошо прокипятить, добавить мясо. Мясо вчера коллега уже порезал, оно было обжаренное. Вскипячу, проварю, добавлю еще немного специй. Все, оно мне готово. Так, ну помимо этого мне нужно будет разогреть все и упаковать. Рис полностью здесь у меня. Рататуй. Ну и так все по мелочам. Жареный картофель, это что-то типа картофельных зразов, рыба. Но самое, конечно, мне проблематично, это добавилось парочку аллергиков. Для них нужно специально готовить. Вот, допустим, один из них такой, которому нужно без глютена. И таких у меня несколько человек. В этом случае выступаю как доктор. Конечно, аллергики меня очень сильно напрягают. Особенно, когда большое количество работы. Это для каждого аллергика нужно специально взять, выбрать время и приготовить. Это, конечно, не очень хорошо для меня, но делать нечего. С этим нужно считаться. Стало сложно, короче, работать поваром, скажем так. Пошел бы я сразу на доктора, было бы проще. Ну вот, специи все добавлены. Гешнецельтас, как правило, идет чеснок, черный или белый перец и мускатный орех. Но соус я варил отдельно, я варил его на основе бешамель. Можно сделать в домашних условиях, просто на сливках. Так, ну тут у меня уже все готово. Закрываю и дам покипеть, буквально вот уже начинает. Буквально 15 минут, чтобы проварился крахмал. И все, он у меня будет готов, и я его буду уже распределять по гастроемкостям. Крахмал проварился. И теперь все это дело распределю по гастроемкостям. Буду все это дело делать через весы. Удобно, самое удобно в данном случае, пока массы много, распределить ее медным стаканом. Потому что здесь, скажем так, короткий рычаг и не сильно действует на связку. До пенсии мои руки будут в порядке. И сразу накрываю крышкой. Не забываю постоянно перемешивать, потому что тяжелая масса оседает. Чтобы не получилось так, что в одной гастроемкости только соус, а в другой гастроемкости только мясо. Поэтому обязательно мешать. Так, ну вот остались остаточки. Их я вот таким макаром. Ну вот, задача выполнена. Нужно было приготовить порядка 60 килограмм. А у меня немного больше. Ну, больше это всегда хорошо. Меньше плохо. Хотя у меня тоже количество гостей было распределено так, тоже плавающая цифра 150-200. Ну, 150-200 – это разница в 50 человек. Это разница существенная. Все 50 человек останутся голодными, поэтому я приготовил на все 200. Ну вот, отлично, 65 килограмм. Прекрасно. Так, ну я все уже запаковал. Так, коллега, мой французский коллега. Все у него, это все холодное, рассортировано по фирмам. Это все мое горячее подписанное. Сейчас придет водитель, будет все забирать. Но это еще не все, я сразу иду за водителем, чтобы вы посмотрели, увидели, как это все происходит. Примерно. Так, ну вот он все уже загружает. Красавчик мужчина, а? Mein Gott, was hast du schicken? Так, ну вот как-то так. Сейчас все загрузится и поехал у него. Слишком много станций, где ему нужно будет заземлиться. Ведь я работаю только с цифрами. Это не количество, это в данный момент название предприятия. То есть, ну, водитель знает, куда ему ехать, чтобы мне поменьше писать и поменьше бумаги тратить. И ему проще. Поехали дальше. Так, ну, заданий мне для сегодня дали много всяких разных. Поэтому буду показывать по мере их выполнения. Сейчас чищу морковь для картофельного пюре с добавлением моркови. Так, в соседней сковороде обжариваю пока фарш. К нему сварю темный соус с добавлением сливок. Так, теперь мне нужно сварить 18 килограмм риса. Я делаю это очень просто. Я все это готовлю в конвектомате. Про гастроемкость я даю 1 килограмм риса, 30 грамм соли. Но соль я обычно добавляю так, без взвешивания.
немного растительного масла и 2 литра воды. Все это тщательно перемешиваю. И под пар. Ну, в зависимости от риса, вот, допустим, длиннозерный рис, который у меня сейчас, я его буду готовить под паром, без крышки, без ничего, 40 минут. Вот везде, где я работал, рис на кухне не моют. Но он вообще-то и так не грязный, поэтому в этом нет необходимости. Так, все солю. И обязательно перемешиваю, чтобы вся соль у меня растворилась. Иначе не надейтесь на то, что если вы ее бросили вот так комком, вот увидите, у вас рис вот именно в этом месте будет соленый, как не знаю что. Поэтому не поленитесь. Обязательно перемешайте, чтобы соль растворилась. Как видите, перемешиваю голыми руками, потому что руки у меня чистые. Имейте это в виду. Это одна причина. Другая причина, что все, что я буду разогревать, я себе разрешаю работать в этом случае без перчаток. Так, и немного масла. Чуть-чуть буквально, скажем так, грамм 50. И отправляю все в пароконвектомат. Время выставлено, температура 100, пар 40 минут. Закрываем и погнали наши городских. Все, мне больше делать ничего не надо. Как он приготовится, я его просто открою, вывезу телегу, и он может остывать сам по себе. Мне его перемешивать именно вот этот рис не нужно. Так, ну я готовлю параллельно всякого разного, и чтобы сократить время. Значит, здесь у меня готовится пока фарш, потом добавится сюда соус. Здесь сковорода уже нагрелась, здесь будет обжариваться цукини. Здесь я буду сейчас отваривать макароны. Здесь у меня варится картофель с морковью для картофельного пюре. Ну и здесь у меня готовится соус. Вот как-то так я и работаю. Цукини мне не сколько нужно обжаривать, сколько просто тушить. Потому что они у меня пойдут в соус. Так, ну заброшу я макарошки. Так, мой рис приготовился. Открываю, пускай он остывает. Так, ну и теперь нужно немножко попотеть. Растолочь картофель с морковью. Сначала измельчаю без жидкости. Иначе, если начну бить, жидкость полетит во все стороны и могу себе и лицо обжечь. Ну и теперь могу добавить спокойно жидкость. Немного сливок, немного молока и, возможно, сливочного масла. Посмотрю по вкусу. Если будет вкус слабенький, то тогда добавлю сливочного масла. Ну и сразу на 4 литра жидкости добавлю немного соли, немного мускатного ореха. Пробуем на вкус. Только чуть-чуть мускату и все. Больше ничего добавлять не нужно. Так, ну соус мой уже себя хорошо чувствует. Я его уже начал загущать. И параллельно поставил для морковного крем-супа основу. Пускай она полностью проварится. Только потом я добавлю сливки и все пропюрирую. Так, здесь все хорошо, все меня устраивает. Так, ну для макарон. Пока макароны варятся, я уже перекидаю картофельное пюре. Как вы видите, я стараюсь на кухне использовать каждую свою свободную минуту по назначению. Иначе при этих объемах я буду жить на кухне. Время от времени проверять, чтобы не переварить. Готово. Отключаю. И сливаю воду. Или сушу весла. Кому как удобно. Сразу включаю холодную воду, чтобы прекратить процесс варки. Ну и при помощи холодной воды их охлаждаю. Пару порций для персонала. Теперь нужно посолить. Немного мускатного ореха. Маслечко. Тщательно перемешать. Кастрюля еще горячая, но это ничего страшного, потому что макароны сейчас сразу же отправятся у меня в шоковую заморозку. Но она и хорошо, что у них еще не вся клейковина смыта. Они вкуснее будут. И соус будет на них лучше задерживаться.
Так, ну эти остаточки убираются вот таким вот образом. Немного воды. Операция макарошки завершена. Так, ну посмотрим, что мы тут напродуцировали сегодня. Это уже коллега все рассортировал, расфасовал. Ну это все, что я приготовил. Накрывать мы не будем, потому что если есть остаточная температура, вот как, допустим, здесь, да, еще не остыло. Мы уже просто идем домой, поэтому они шутят. Вон он, блин, паразит французский, отключил камеру. Манзитыч, манзитыч, камонтович. Просто если мы натянем пленку сюда, она может за ночь все пропасть. Поэтому на ночь оставляем, чтобы вот это теплое зерно, чтобы она полностью охладилась. Ну, как вы видите, он для меня все подписал. Цифры кругом поставил, то есть мне особо завтра думать не нужно много. Взял, подогрел и до свидания. Ну что, на этом все. Второй день закончился. Надеюсь, вам было интересно. Все, пока. Да, еще час работаю. Еще целый час нужно будет до дома ехать. Хотя времени сейчас вот ровно 3 часа. В принципе, с 7 до 3. Столько много сделали. Кухонька, посмотрите. Как вылизанная. Чистота, порядок. Вот завтра я также в нее и вернусь. Как оставил, так и все. Чики-пуки. Все.